Вот научили меня в школе решать уравнение через дискриминант. А я смотрю на это уравнение, а оно нечеткое, не пацанское, не полное. И понимаю, что коэффициент А равен 3, коэффициент С равен минус 27, а коэффициент Б равен 0. И я могу дискриминант считать точно так же по формуле b квадрат минус 4 от c. Ну а дальше вы знаете.